Привет, я СКП Монстр Сиреноголовый, и если ты не хочешь, чтобы я оглушил тебя сиреной, то успей за 3 секунды поставить лайк и подписаться на канал. 3, 2, 1. Вообще от тебя ожидаю, уже 3 часа стою, ты когда припрешься, а? Чё, вспомнила, шо ли, а? Конечно, естественно, я тебе жду. А я думал, забыла. Конечно, забыла, так. Ты-то сам забыл. Ну и чё ты не начинаешь? А я тебя жду. А, ну отлыниваешь от работы, понятно. Сам ты отлыниваешь, успокойся. Давай, говори, что мы будем. Мы вообще-то хотели посеять свеклу, а свеклу нам так и не привезли. Значит, все будем сеять морковку и картошку. Опять морковь, а я хочу свеклу. Бабка. Вообще, я хочу тыквы. Да мне без разницы, что ты хочешь. Ты цены на морковку видела? Все, я не хочу, я все. Представь я себе. Я буду сажать тыквы. Да я тебе говорю, сажай морковку, а потом... А я тебе говорю тыквы. Я тебе говорю, потом продадим. А я тебе говорю, так. Еще раз мою тыкву уберешь, я тебя сама уберу. Говорю, а? Продадим потом морковку и купим тебе тыкв тонну. Как тонну? А почем морковка сейчас? Морковка сейчас по 220 рублей. Сколько? Я тебе говорю, что это невыгодно твою тыкву дешманскую сажать. Ты что, обалдел? Сей морковь. Ты где такие цены видел? Какие 220 рублей? За 220 рублей ее покупать никто не будет. Ты в магазин когда ходил последний раз? Ну, в прошлую пятницу. По-моему, вот последний раз ты ходила на Новый год. На какой Новый год? Что ты говоришь? А, мне? Да? По Новый год я ходила, морковка была по 80. Так вот, а сейчас 220, иди посмотри. Нифига себе, дед, ты что, серьезно? Я тебе серьезно. Это... Слушай, что, так можно морковный бизнес замутить? Все, открывай. Весь огород, значит, засеем морковью и все? Ну да, главное, чтобы акции не упали, пока растет. Да. Какие акции? А, ну не акции, цены, да. Ага. Ты что несешь вообще? Какие акции? Какие цены? Дед, давай, тут... бизнесмен. Ты мне давай тут не путай огородный огород. Ну что, ты сейчас мы тут сюда сажаем, вот по поле вспашем, вот так вот так. Плохо из тебя пахало. Почему? Не знаю, какой-то корявый, мне кажется, иногда. Да вообще все ровно, все по феншую. Да, давай оп, уже, давай. Работай, так сказать, солнце еще высоко. Ой, баб, что-то я устал, пойду в туалет схожу и вернусь. В смысле, ты что, хочешь отлынивать от работы, что ли? Да я тебе сколько вспахал, ты еще даже не засадила. А кто будет садить, ты вспахователь. Все, бабка, я быстренько. Ой. Ну ты что-то, капец, конечно. Что-то в туалет захотелось, так, идем, так, сейчас мы сядем, посидим, так, ага. Ой! Дед! Бабка, чё? Дед! А чё происходит-то? Чё происходит-то? Чё я тебя спрашиваю? Дед! Бабка, ты где? Ой, дед! Дед, как ты куда? Я плыву! Ой, лечу куда-то! Куда плывёшь? Погоди, дед! Пожалуйста, за ноги куда летишь? Хватай! За ноги меня хватай, я тебе говорю! Да куда? Где? Балет. Дед! Бабка, ты где? Ну чё ты? Блин, бабка! Бабка, ты меня слышишь? Я поднимаюсь. Куда бабка улетела? В смысле, как бабка-то улетела? Она же высоты, отродясь, боится с детства. Так, ну что ты? Строимся. Куда? А может, ее похитили? Так, а кто ее мог поднять? Бабка же вам не пушинка. Так, а может, это инопланетяне? Кажется, инопланетяне похитили бабку. Так, ладно, инопланетяне, сейчас я вам киркой мотыга, сейчас я вам причешу голову вашу. Так, поднимаемся. Так, бабка, я лезу! Бабка, ты меня слышишь? Нет никого. Ладно, сейчас мы на выше облаков посмотрим. Так, лезем. Лезем. Так, ну что ты, ладно, вы меня сейчас обязательно подержите. О, дедушка что-то как-то запарился слишком. Ой, так. Главное это, держать себя в руках. В руках себя держим. Так, на какой это вообще высоте-то? Так, 130-я, ага. Так, ну, слушайте, ну я уже не знаю. Так, ну, по-моему, облака вот у меня сейчас справа и слева. Так, а бабку я не слышу. Так, главное, не вижу. Ладно, построимся еще повыше. Так. Отлично. Сейчас мы с вами построимся. Ой, что-то как-то слишком прям высоко. Слишком высоко уже. Я что-то как-то сам уже высоты побаиваюсь. О, бабка, ты на облаках. Ты на чем? Ты на облаке сидишь? Сейчас, на подожди. На облаке, ага, на облаке, конечно, черного цвету. Черного облака? Сейчас дойду, бабка, подожди. Черного облака, ага, дед, ты что, совсем что ли издеваешься надо мной? Ты меня будешь вытаскивать или нет? Бабка, чего? А тут все, граница мира. Какая граница, я тебе говорю? Я на 255-й высоте, бабка, тебя не вижу. Какой? Минус 255-й? Плюс 255-я, бабка.
А ты почему же... плюс-то? Я ж провалилась! А? Летела! В смысле? Летят наверх! Как провалилась? Летела вниз, алё! Куда наверх? Я тебе говорю! Ой, ё-моё! Так, водичку! Ты чё, обалдел, что ли? Я тебя спрашиваю! Бабка, ты где? Да нет, откуда я знаю? Я, короче, сеяла морковь! Ты меня так хорошо слышишь? Ну, нормально, и чё, сеяла, и чё? Короче, сеяла морковь, и па, туда полетела! А где ты сеяла? Как ты упала? Я не вижу. Ну, там какой-то дуб растет или елка растет. Нет, вроде дуб, вроде дубовый. Так, дубовый дуб, ага. Ага. Так, ну вон дубовый дуб вижу, сейчас посмотрю. Нет, дед, ты меня собираешься доставать отсюда, нет? Ну ты посмотри, где я последний грядки сел, алё! А, о, а, ой, ба 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 ба
Как так. Я спаслась? Вот так и спаслась, зелье, благодаря зелье спаслась, понимаешь? А ты мне же говоришь, не варит у своей зелье, не варит у своей зелье. Да ладно, бабка, выбираемся. Я вообще сейчас уже разбилась давным-давно. Да, бизнес морковный я бы один не потянул, конечно. Вот именно. Дед, знаешь что? Я что-то придумала морковный бизнес. А подожди, а кто эту дырку-то такой сделал? А я не знаю, может, я тебе ловушку когда делал? Ах, ты старый, ты пердун! В смысле? Ловушку он мне делал, значит, да я чуть тебе ноги не переломала. Да ладно тебе, не боись. Так. В смысле, не боись, да я летела, так. Думала, все, хана. Папка, хана, я тут летела, а это что такое? Вот это, вот это. Так. Где я? А я тебя потеряла, все. Папка, ты где? Я тебя потеряла. Ой, ё-моё, это ж поезд пожиратель. Потеряла. Бабка. А вот я тебя вижу, сейчас, подожди. Я тебя вижу, господи. А дальше-то как? Темно? Да я не вижу нифига. Сейчас открою. Куда? Кого откроешь? Да я где? А я не знаю, бабка, ты не туда вылезла, что ли, баб? Да куда я вылезла? Я вообще ничего не вижу. О, вижу, все, вижу, господи. Все, взлетай, баб. О. Ужас. Все, закрыть ее лучше, закрыть. Ой. Это что было вообще? Да это, наверное, я тебе старую ловушку делал. Ты что, совсем офигел? Так а что, нормально была бы? То есть по огороду вот это вот заминированное поле, что ли, у нас теперь? Да нет, по-моему, она там одна была. Ты уверен? Ну, нет, но, а ну да. А я думала, зачем? Че? Все? Бабушку на опыты, все, на опыты. Да не, баб, кому-то нужно, ты же старая. Я знаю столько, сколько не знает. Это два. Ой, ладно, баб, все, давай работать. Экспонат. Да кому-то нужно, все, успокойся, так. И вообще, знаешь что, вот там теперь работай, все. А я теперь устала, я так летела, что мне аж дурно стало. Поплохело, да, у меня, короче... Да ты симулянт. Голова, короче, кружится, ой, не, лучше пойду ляву. Баб, сколько у меня мотык в руке, баб? Так, 4. Ага, врешь. Че врешь? 6, что ли? Ясно, баб. Короче, ладно, сегодня отдых, завтра два участка. Пойду хулигану позвоню, еще у его дом посеем. Иди. Деда пошло. Да, вот конечно, три деда. Поперла. Ну, чё ты, блин, я и правда думал, что ее и НЛО похитили. А вот этот поворот, конечно. Ладно, ну, чаты, вы сейчас обязательно меня поддержите, нажимайте на видео, которое видите на своих экранах. Всем удачи, всем пока. Бабка. А, нет! Баб, ну, я у тебя дома, что ты хочешь от меня? Чё? Ты вообще приперся? Я тебе что, звала вообще сюда? Да, ты вообще-то мне сказал, дед, пойди сюда. А, так я тебя там на улице вообще-то орала. Ну, я сюда и пришел. Чего ты хочешь? Ладно. Короче, слушай сюда. Чё? Я сейчас вообще шла, значит, и вообще прифигела немножко. Знаешь, что там на улице? Чё, лето? На улице. Пошли, покажу. Ну-ка, пойдем. Да дед, блин, отойди. Ну ты что, широкой стала, что ли? Пончики меньше будешь есть. Ну смотри. Ну, я видел, я думал, твои разработки новые, прикольно сейчас смотрится. Нет. Как я? Я вообще-то, смотри, а тут какое-то маленькое зеленое. Бабка, мне кажется, это что-то похоже на... Вон там еще, смотри-ка, смотри, а? Слушай, бабка, ну-ка я сейчас на крышу залечу. Мне кажется, эти деревья похожи... Не было у меня никаких разработок. Похожи на изум... Чего? Бабка, ну-ка взлети-ка на дерево. Чего? А кто это там? Подожди, а это кто? А это кто? Я-то изумрудовые человеки! А что они у нас делают, эти изумрудовые человечки? Подожди, так может они... так они, наверное, деревню ищут, слышишь? В смысле, и деревню ищут? Наверное, пожить, нет? Ну-ка, спроси, иди у них. Ладно, пойду спрошу, чё. Давай. Так, здравствуйте, товарищи. Здорово.
Чё пришли? Мы хотим сожрать деревню. Бабка! Дед! Они бабка. Хотят сожрать! Я представляешь, слышал. Чё? Мы вас сожрем и захватим деревню. Мы цунами изумрудные. Цунами? В смысле? Изумрудные. У них что? У них название изумрудные цунами? Бабка, благо пока не креативно. Дед, что делать будем? Бабка, подожди-ка. Чего? Надо... Смотри, с них изумруды падают. А я не вижу. Так, так вот, ты поближе ко мне подойди. Так надо оружие какое-нибудь взять. Пульчик. О, пулемет. О, ну-ка. Пулемет. Возьми пулемет и давай бей. Ну-ка посмотрим. Бабка, да они живучие такие, жесть. Они вообще... А где по... Вон падают. Смотри. Так, надо выпить зерку. И правда изумруды. Так, ну, чаты, вы обязательно поддержите меня. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. А также не забывайте, кстати, подписываться на реальный контент хулигана. Там, говорят, скоро новый видос выйдет. Так, ну-ка. Бабка, я в невидимки собираю, давай. Так. Бабка, дед, они какие-то... Я просто тебя не вижу, поэтому ты давай. А да я ладно, буду ладно. Их это лупасить. Бабка, долбасить. А они же вечные. Они бесконечные. Как? Ну ты видишь, они лежат и встают. Подожди, так это что, они теперь сожрут нашу деревню, что ли? Да. Дед, ты что, офигел? Ну. Давай что-нибудь придумаем, а? Ну максимум, что я могу придумать, это сделать забор. Какой забор? Какой, изумрудовый? Не, ну это не дело вообще, конечно. Че это они у нас там в деревне-то будут жить, а? Бабка, ну тогда открываем ворота и пускай заходят. Нет, давай в забор, вызывай забор. Забор? Да. Хорошо. Только прям что, через такой, твой, знаешь, дом, бабка. Я тебе сейчас через твой дом сделаю. Короче, такой забор, чтобы прям это, ну, прям всем забором забор. Понимаешь? Ну, чтобы не... Ну, чтобы ни одна муха не пролетела, что непонятного. Ну, я понял. И не взлетела, и не пукнула, и не это, да? Чего сделала? Ну ты что там рассказываешь, что такое глупости-то какие-то? Ну все, бабка, я в себя понял. Так. А ты вообще, собственно говоря, где? Так я в невидимке же. А, чтоб тебя не сожрали, если тебя не перепутали. Конечно. Не перепутали, так сказать, с кем-нибудь? Так, оп, ой. И это что? Циферку перепутал. О! Ты что, дед, ты давай меня не пугай такими циферками. А, бабка? Нифига себе заборище! Ну, бабка, стена, пока, я думаю, хватит от них, смотри-ка. Слушай, а они вон оттуда справа не пройдут? А мы их будем контролировать, бабка, знаешь как? Как? Смотри, что я сейчас с них запущу. Ну-ка. Так, давай. Сейчас я сначала ее найду, а потом запущу. Ну-ка, о, нашел. Готова, бабка, смотри. Я всегда готова. Смотри. Сейчас, давай еще. Еще давай. Сейчас на изумруды будут падать. Давай, не, давай, они давай, уничтожаются, давай, бабка, давай. Не будет. Как? Ну, не будут, я же поэтому и не торопился. Они же взрываются. Нет, тогда пусть стоят лучше. Короче. Так, дед, знаешь что? Чё? Надо эти изумруды что, припрятать? О, бабка, давай тайник. У тебя есть тайник в деревне? Слушай, а я вот подумала. Самый прочный тайник в деревне – это бабушкин дом. Может, под моим домом сделаем? Ну, бабка, у тебя земляной дом. Я бы не сказал, что он прочный. Ну, так тут я типа живу. Никто бы никогда не додумался, что в земляном доме может быть тайник. А, ну это, кстати, умно. Так. А? Так, ага. Ну что, земля, полет, ну, и все. Ну да. Бац, и тайничок. Согласен, а? Бабка, давай рой давай пока. Так, а ты вообще где? А, сейчас я молоко выпью, бабка. Ты давай это, они же жени тут. Молоко, да я же тебя видел, вот. Все нормально, бабка. Вот так вот, давай вот так, вот здесь вот будет. Так, сейчас мы сделаем, сейчас все по красоте. Так. Ну все, ты рой, я пока там это, подстрахую немножко. Подстрахуй. Так. Тинкс. Блин, надо топор. Так, ну чё-то сейчас мы защитимся. Почему они себе, бабка, кстати, цунами начали называть, ты не знаешь? Я вообще не в курсе вообще-то. Я вообще первый раз таких вижу, если честно. Если честно, они какие-то очень мутные. А изумруды дают вообще очень странно. Не, ну изумруды вообще по красоте, если честно. По красоте прям. Я вот лично рад. Так. Не, ну я-то тоже рада, но я просто боюсь, что если они сейчас вот изумруды дают, а потом как заберут, придут. То есть монстр боится, я правильно понял? Да нет, я имею в виду, что кто-то же за ними должен прийти. За нами. То есть, ну... Да не за нами, а за ними, за нашей, этими. Ну, за нашей... Нет, за нашей деревней кто-то должен прийти, ее захватить. А, да? Думаешь? Ну, я уверен. Не знаю. Вон, бабка, захватывают уже, бабка, захватывают. Ну, давай, отбивайся, давай! Да ладно, я пошутил, я к тебе спускаюсь. Что ты тут это? Дед, ты обалдел. Все, бабка, давай, не булькай. Вот этот туннель, сейчас это мы запутаем его сейчас. Нормулина, так, нормулина. Так, бабка, ты где там? Иди давай за мной. Так. Так. И сейчас сделаем вот здесь вот туннель этот. Тайник. Тайник, да. Так. Ну. Так. Все.
Где он будет? Вот здесь? Давай здесь будет, давай. Давай, делай. Так. Так. Я сейчас запущу, так. Кого запустишь? Ты ног собрал? Ну, немножко, да. Ну, мы пойдем еще пофармим. Главное, сейчас куда было бы их девать. Так, ну хоть и вагонами вози. У тебя сейчас вагон есть? Так, какие вагоны? Ну, изумруд, ты чем возить будешь? Ногами, что ли? Да успокойся ты, ногами, ногами. Так. Так. Все, бабка, давай, делаем, делаем. Так. Ты сейфы взяла? Давай. Я уже вообще взяла все. Давай, нет, сейфы много не влезет. Я думаю, может, вот такие поставить. Пороленные сундуки. А, давай, в принципе, такие. Че такие, потому конечно. Потому что они большие зато. Давай. Так. Зато у них влезет вообще миллион штуков. Договорились. Договорились, бабка, договорились. Так, так сейчас мы тут еще все сделаем. Ага. Надо тут вот по красоте так. все сделать. Очень красиво надо все сделать, конечно, конечно. Это будет наша изумрудовая комната. Это будет сейчас. Наша изумрудовая... Бабка, что так темно-то? Да сейчас я тебе сделаю. Свет дай. Так, ты сейчас доорешься, я тебе светом дам. Бабка, ты свет поставь, пожалуйста. Спасибо. Фух. Во, пойдете. Так, ну что, я пошел фармить, бабка. Так, иди, я сейчас здесь дверь поставлю запароленную. Бабка. Так, дверь. Бабка. Кнопка. Бабка, иди сюда. Да что ты орешь-то? Сейчас подойди. Решил я копнуть, значит, отойди. Наверх. Бабка. Да что тебе надо? Смотри, я решил выкопаться тут наверх. Ну, чисто посмотреть, где мы. Знаешь, где? Где? Смотри, там твои... Да вы поуберись ты, во. Тут физики твои сидят. Здрасте. Нифига себе, вот это проходище нормальный такой. Все, бабка. Слушай, так может... Слушай, что? Так может у них тоже люк сделать и как раз заодно и туда и ходить сюда. Давай, чтобы они работали еще на нас, правильно. Все, тогда я пошла-ка здесь тоже им сделаю. Давай, я сейчас тут еще изумрудиков пофармлю, так. Давай. Так, сейчас нафармим мы побольше. Так. Нормально. Да их тут вообще огромное количество этих монстряков-то, если честно. Так. Это же хорошо. Ну, если за ними никто не придет, то да. Угу. Так. Будем мы с тобой богатыми, но изумрудное цунами, это, конечно, мощно. Это вообще мощь, просто такая это просто мощь. Просто мощнецки мощна. Конкретная мощина такая, да. Так, ага. Папка, темнеет, я уже устал, если честно. Че? Так. Я устал, говорю. Так, ну, ладно, ты иди, все, спускайся туда, положи, и все нормально. И а ты что делаешь? Сказать, и пойдем, я делала дырку. А, ну это правильно. И пойдем мы с тобой заниматься кое-чем. Я защитой? Не-не-не-не-не, я сейчас кое-что придумала. Пошли, а что ты придумала? Короче, освобождайся и приходи. А, ладно. Так, ну что ты, короче. Короче, пойду-ка я вот это все... А что так, кстати, мало-то? А, я же все не собирал еще ничего. Да ё-моё, все летело, а я не собирал. Так, нет! Хорошо, ничего не... А! Ну ты идешь, уже ночь наступила, давай уже топай. Да сейчас погоди. Ага, давай. Ага, давай. Ну что ты так, это надо все срочно заныкать, а тут слишком много всего. Так, в каком доме ты был? А, ладно, сейчас, короче, к бабке в дом пока принесу, сложу, а завтра уже по этим катакомбам внизу буду лазить. Так. Ой, да что тут все так понаставлено, так криво, косо, ужас какой-то. В общем, ну чат, вы сейчас обязательно меня поддержите, нажимайте на видео, которое видите на своих экранах, и подписывайтесь на канал. Все, всем удачки, всем пока-пока. Так, а куда это у нас собирается дедуля? А дедуля собирается идти сегодня на рыбалочку. Так, берем лодочку, садимся на наш как раз-таки ледяную дорожку и плывем на рыбалочку. Внучаты, всем здоровченко, с вами я, дед. О, дорога какая кривая. И сегодня я решил устроить себе выходной, потому что я всю неделю работал. И сегодня я вот пришел как раз-таки на наше море рядом с нашим, смотрите, огромным маяком. И мы будем сидеть и спокойненько нет. рыбачить. И дедушки нету. Дед! Дедушки нету. Дед, слышишь ты, дедушка, сейчас я из тебя сделаю бабушку. Не надо, я отдыхаю. Тогда не надо бабушку бесить, иди сюда, я тебе говорю. Нет, иди сначала ты сюда. Так, ты им предаешь или нет? Или мне нет. тебе сейчас треснуть? Я не могу. А, ну о, ты можешь хорошо, рыбка. Пойду-ка. Оп! Пойду-ка я схожу к Михалычу. Не, ладно, что сразу к Михалычу, что ты хочешь? Нет, я пошла к Михалычу, все. Бабка, ты про Михалыча говоришь, у меня аж чуть карты это залагала. Бабка, ты где? Я на кухоньке, например. Где ты? На кухоньке. Что ты там делаешь? А где мне надо быть? Ну, вообще-то, я вообще-то была на улице, можно было бы и на улицу войти. Ладно, прыгаю в окно, оп. Слышишь, ты в окно? Я при входе, а ты где? Нет, ну ты меня просто бесишь вообще. Здрасте! А, здорово, бабка. Короче, ну-ка, стой-ка, бабка, стой-ка и улыбайся. Ты меня сейчас, будешь слушать? Я тебе поплывком в голову так.
Нормально. Ты меня слушать будешь или чего? Да, могу леща тебе дать. Сюда. Пиу, пиу, пиу. Ой, все, ладно, 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 бабка, ну что ты, Михалычу? Михалыч! Михалыч нету дома. Баб, что такое? Что надо делать, бабка? Ничего не надо, иди давай дальше по хребту давай кому-нибудь, а я пошла к Михалычу. Да ладно, бабка, ну что ты хочешь, давай говори. Тогда не надо было меня объяснить вообще. Ну? Короче, слушай сюда. В общем, у нас происходят глобальные перемены. В смысле? В общем, что почем? В смысле? Знаешь что? В смысле? Давай. Я наняла 3 патрульные машины. Какие? Потому что в нашем регионе участились кражи. Так. Ты знаешь что? А? Ты знаешь что украли? Чего? У бабушки украли 3 свиней. Ого! Так вот. Вот это ничего себе. Я патрульные машины. Одного участкового. Буду, короче, им платить каждый месяц. Одного участкового, короче, ага. Вот, 3 охранника. Так. Вопрос. Чё? А где у нас полицейский участок? Так пускай в нашем доме живут. Ты чё, обурел? В смысле? В каком нашем доме? В смысле, в нашем доме посторонние люди будут жить? Может, ты да туда пойдёшь сейчас? Да кто три этажа? Мы их даже видеть там не будем. Ай, начинается. Где ты хочешь построить полицейский участок? Я вот тебя и спрашивать пришла. Ну, я предлагаю рядом как раз-таки с маяком. Где? Слева? Да. А чё? Ну, давай слева. Давай слева, в принципе, мне нравится. И маяк заодно охранять будет. Ну, вот именно. Фонарей повыбивали уже. А то еще маяк упрут. Давай, бабка, какими блоками будем делать? Я давай. Я тебя упру тогда, я тебе так упру. Бабка, давай, я предлагаю вот такими. Ну, какими? О. Что это за фигня? Это TNT. Это не деньги, это фигня на палке. А, ну ладно, значит, ошиблись с названием. Так, и шо? Так, ладно, все, короче, давай уже. Давай. Побыстрее. Показывай. Смотри сюда, смотри сюда. Вот, ага. Короче, вот так. Короче, будем делать так. 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 Раз, два, три, четыре, пять, ага. Шесть. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, ну, дырку делай, где была. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. О. Бестолочь. Так. Шесть, ну все, по подобию на идею. Зачем ты еще один поставил? А, ну не знаю. Не надо? Бестолочь, нет, это не идея. Ну ладно. Пота. Да нет, ты сказал по наитию, это значит так, как я считаю нужно. По наитию у нас значит все, 7, значит и не больше. А что такое наитие? Наитие, это твоя бестолковая голова. А у меня толковая голова, только беззубая. Да. Ладно, да, все, бабки, не пукай. Давай делать дела. Я-то вижу, какая она у тебя толковщина. Кстати, бабка, чувак. А задай начальный вопрос, пускай он на него ответит, а? Какой вопрос? Ну, они вечно хотят, задай пример, вопрос, там, то все. А, так легко могу. Давай. Короче, давайте. 25 умножить на 2 минус 16. Говорю, задай вопрос, она пример задает. А, так ты сказал, они любят, когда пример задают, ты не поймешь. Или вопросы, пример или вопросы. Так, пример или вопрос? Так, пример или вопрос? Давайте. А вот эти сколько бабушки лет? Сколько бабушки лет, значит, напишите в комментариях. Так, так. Бабка, почему тут... Почему, почему? А. Что, почему? Ну, в принципе, вот так надо делать теперь. О. Ну и чё? Так. Чё, почему не так? Не, ну, потому что два входа должно быть, да, правильно. Угу, так. Ну, так я 2 двери сделала вообще-то. Алло. А, вот так, да. Угу. Ты что, ты толков, что ли? Так, я толковый. Так. Дети, так. Меня давай не беси тут вообще. Ты давай мне тут свои идеи показывай. Кого? Свой ум? Без принципов. Я умный. Дедушка да очень ты умный. Да ты умный, давай делай пол. Делаю. Я кругами пол, буду пол это делать. Это не лава, понятно? Я делаю кругами пол. Да, хоть квадратами делай. Мне а ты делаешь что? Крышу? Нет, я не делаю крышу, я просто так стою, на тебя так. Любуюсь. А, это так всегда, ты всю жизнь так живешь, да. Так. Да, буду на тебя всю жизнь любоваться. Ага. Да, только была бы еще от этого польза, было бы вообще хорошо. Да, тебе вообще редко польза бывает. Так, ну-ка. От тебя-то да, как от козла молока, одинаково. О, начинается. Кстати, баб, а ты замечаешь, что мы с тобой стареем? Конечно, как все люди стареют, и бабушка тоже постарел чуть-чуть. Не, ну ты замечаешь, что ты стареешь? На один глаз. Потому что ты все больше и больше начинаешь на меня ворчать. Ну, а, кстати, знаешь что? Ты больше и больше начинаешь вздыхать. А я молодею, кстати. Да? В каком да. месте? Покажи это место. Во пожалуйста. Всех. У меня, кажется, второй зуб растет. Да. А, ну второй зуб это в принципе. А второй волос растет? У меня вообще-то и так много волос, если что.
седые волосы. И что? Зато они, зато очень я... Очень красивый, очень красивый. Зато очень... я коренной этот, блондин. Коренной зуб ты, да. Включи свет, бабка. Это я согласна, ты коренной. Включи свет. Включи сам, так, так. Ага. Включил, так. Молодец. Так. Оп. И вот сюда. Так. Вот так. Оп. Оп. Ой, дед, какой ты сложный-то, ёперный балет. О, все, бабка, подожди, а кнопка надо выход-то сделать? А кнопка выхода, нет. Так, оп, отлично. Нет, слушай, бабка, слушай, получилось, ну, очень, мне кажется, приличная тема, приличная. Да? Мне тоже кажется, личная, приличная. Да. Сейчас мы добавим вот сюда вот такие вот светодиодные фонари, которые энергопотребление делают, и все. Так, полиции... А? Нету. А если по-английски, полис... Полис, бабка, полис. Машин полисов нету. Ты что, их еще не выкупила, что ли? Так они на своих же приедут, сказали. Ой, бабка, ты такая утомительная. Так. Слушай, ну давай пока... Так, подожди, сейчас я поставлю какую-нибудь машину. Так. Ну, я только думаю, нет. Хоть, слушай, что, нет. Чё? А может не машину поставить? Смотри, в может смысле? Мотоцикл поставить? Сейчас я окна сделаю, погоди. Смотри, так. Во. Как будто бы так. Это полицейские эти штуки. Да погоди, сейчас посмотрю. Смотри. О, нифига себе болиды. Нормально, да. Нормально. Да, а может им гараж надо будет потом со временем сделать? Слушайте-ка, подождите-ка. Так, чё? Что у нас сейчас? Ну подожди, да я посмотрю, сейчас, подожди. Ну посмотри. Интересно, а у меня влезет это все дело? Куда у тебя влезет? Смотри, давай это сделаем вот так. Как? Наверное, не влезет, да? Полис не влезет, неа. Думаешь, не влезет? Уверен. Думаю, если вот так. Так, нет, так некрасиво. Так тоже не влезет. Не. Вообще не влезет, думаешь? Вообще никак. Думаешь? Да. Будет пол. Пол влезет тогда. Пол. Нет, знаешь, что влезет? Поли. Поли влезет, остальное не влезет. Поли. Ну пускай будет поли. Поливочная дорога. Так, не, бабку, удаляй вот так вот. Поль? Вот так. И чё? Вот так, чтобы вот так вот было, ровнее. Поле? О, поле. Поле. Мне кажется, это поле. Это ну, нормально. Дед, а знаешь, как бы влезло, если бы мы начали вот здесь строить, вот здесь? Ну, не. Ну, там еще две буквы надо. Почему? А там что, не полисе, что ли? Ёперный балет, ну пусть будет поле. Поли. А что, как будто бы полив. Поли нормально, пускай будет полив. Ну, поли, как вам наш... поли дорогу. Как наш полицейский участок? А я поехал. Так, ну машину на место поставь, пожалуйста. А ладно, я прокачусь до хулигана и вернусь. Короче. А, все, давай, пока. Внучаты, в общем, вам, если понравился этот полицейский участок, вы прямо сейчас обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, конечно же, подписывайтесь на реальный контент хулигана. Там выходят ролики про его реальную жизнь. В общем, все. Всем удачки, всем пока-пока.